канал, это не диалоги о рыбалке. Ну еще раз здравствуйте, друзья, с вами, как обычно, я Костян. Едем на рыбалку, едем для души на рыбалку, едем на Нижнюю Тунгуску. Погода огонь, минус 5 градусов, ветра почти нет, чуть-чуть слабенький. Отлично, берем палатку и в путь. Ё-моё, у вас здесь целая толпа, но и чё, клюет? Да. Клюет. 14 на наживку. А? 14 на наживку, все остальное мелочь. Э? Вон. Ё-моё. Ну чё, зря приехал? Может быть. Прикармливали? Сегодня нет, вчера да. А чё не прикормили? Ты что там ловишь? Пытаюсь уша поймать. Ага. Друзья, ельчика я нарыбачился, поймал, наверное, около сотни. Ельчик сегодня был не крупный, нифига. Поймал одного пискаря, что-то несколько ершей. Решил переехать на Налима.
Витек остался с пацанами, будут вечерний клев ельца ждать. Я что-то не вытерпел, поехал за сопливым. Посмотрим, попробуем. Сел чуть речнее перемета. Опять все на ту же трещину. На ней раздолбился. Посмотрим, будет клев, не будет. Сейчас маленько еще рановато. Еще, наверное, до поклевки минут 20-30. Это точно. Ну, подождем, поконтачим. Спрашивали опять о контачке. У меня вот такая самодельная деревянная контачка с дуба. Дуба Шимана я ее называю. Как-то мне один человек присылал 3 полена дубовых. Вот одно подошло, выстругал такую удочку. Леска 0,8 какая-то, карповая. Конус медный. Шариф мне делал конуса. Спасибо ему за это. Крючок, хрен знает какой номер. Вот такой вот конус. Сейчас у меня наживка, кусочек пискаря висит и маленький хвостик ерша. Сделал бутербродик. Ну и ерш как вместо резинки, чтобы не сбило пискаря. Все. Вот такая нехитрая снасть. Сколько вешает? Ну, не знаю. Грамм 150, может. Глубина метров 4-5. Не замерял, не скажу. Ну, примерно так. Все, друзья, ждем поклевку. Не знаю, как с освещением будет. У меня одна тут лампочка. Ну, думаю, достаточно будет. Контачить сегодня как бы не планировал. Ну, чуть тепло. Все с собой. Без проблем переехал. С Тунгусскиной Енисей. Может, повезет. Может, бонус опять бабахнет какой. Надежда всегда есть. Поставил, друзья, камеру. Нацелил на конус. От конуса муть сильно идет. И провода вот эти все будут мешать. Ну, как бы можно заметить налима. Кто знает, тоже интересно. В запись ее включать не буду. У нее там формат такой, что бесполезно что-то записывать. Так, чисто для себя. Поугарать, посмотреть. Прозрак хороший, здесь течения пока нету. Хорошо видит камера. Можно было даже подальше ее ставить. Хорошо видно, как отрабатывает конус. Чисто из-за его формы получается наживки сопротивления, когда он падает вниз. И он чисто своей пяточкой бьет, не наживкой, по земле. Поэтому там она висит надежно, ей не стучишь по дну. С джиголовкой все по-другому, с круглой, с простой. Она и наживкой бьет по земле. Вот этот инфракрасник, кстати, на камере тоже очень сильно привлекает налима. Сколько раз обращал внимание, налим на камеру нападает прям на эти огонечки. Налим, ясь, кидается. Крупный елец иногда. Народу собралось там повыше. Ох, подошел. Вот он. Друзья, давай, хапай. Блин. Давай, вот он конус. Опа, есть. Опа. Приглядку. Блин, не запутай мне тут все. Палатка маленькая, места мало. Первый есть. А,
Ладно, валяйся тут. С лунки лед специально не стал до конца вычерпывать, чтоб свет от этого, от лампочки сильно не падал туда на дно. Хотя тут глубина большая, так что должно рассеивать его нормально. Первая морда показалась в камеру, и мы ее взяли. Ну вот сейчас можно было, вот пока здесь течения нету, можно было сделать подводные съемки, поклевки. Но Витек у меня утопил GoPro-шку седьмую. Сам остался без камеры и меня без подводных съемок оставил. Что, а на эту, на восьмерку у меня бокса нету для подводного ныряния. Так что с подводными съемками облом, друзья. Говорю, сейчас можно было бы снять. Спокойно. С фонарем туда GoPro-ху опустить. Только мог бы фонарь, конечно, на лиму отпугнуть. А может и нет, хрен его знает. Теперь мы этого не узнаем. Закат вот такой у нас красненький. Заменил наживку. Это у нас елец крупный кусочек. Также подпер его хвостом ершовым. Ловля на лиму, друзья, на стук очень интересно. Потому что снасть жесткая. И удар у на лима жесткий в руку. Памс. Прям кайф. А когда это трофей, так вообще адреналинчик. Взял. О, это уже посерьезней. Резкий был налим. Даже не удалось ему показать, как он там подходил. Он просто выскочил, бабац, и все. Я только успел сказать, GoPro снимай видео. Фу. Ну, посерьезней. Килограмма 3,5 к 4. Резкий, как понос. Блин, неожиданно. Я прям смотрел туда, напугался, как он выскочил. И весь конус, главное, хапнул. Заглотил. О, что-то там замутило все. То ли еще бродит рядом, то ли взвесь завернула в другую сторону. На камеру. Скоро где-то должна сесть уже. Сколько она у меня работает? Ровно 3 часа. На ельчике еще включил. Не отключал. Ну, конечно, шикарная, шикарная поклевка была. Идеальная прям. Бубух. Народ уже разъезжается потихоньку.
Енисей шуметь перестал, потеплело. Подход на лиму похуже. Где-то в каком-то месте получше подходит, конечно. Где-то получше, где-то похуже. А, вот сразу отвечу, друзья, на вопрос. Спрашивали, поеду ли я на этот, на суперклев. Скорее всего, я не поеду в этом году на суперклев. Как бы объяснить-то? Налим оттуда особо не нужен, он чисто для животных. Мне оттуда вообще налим не нравится. Как бы если разбираться во вкусе вот этой трески. Получается, он стоит на левом берегу Енисея, на глине. И жрет вот на этих ручьях рыбу с озер, которая скатывается. Стоит, постоянно вот набивается эта рыба, и бесперестанно. Не знаю, отдавать он начинает, чуть ли не тиной какой-то. Не нравится мне тот налим оттуда. Как бы раньше, да, запасали, оно можно как бы, если котлет на зиму жарить. Но тоже получается, приезжаешь, надо сразу заниматься, разделывать вот эту всю кучу рыбы, крутить и тут же жарить котлеты. Жаришь и порциями там, поскольку тебе надо, замораживаешь и в ларь на зиму. Как бы вот так заготавливали. Смаксы паштеты делали. Ну, не знаю, для себя мне налимов вот тут возле дома хватает. А то, чтобы хапнуть там это количество, ну, особо не нужно. Как бы продать этого налима тоже сложно. Его сразу понимают, не берут. Для животины можно кому-то там за копейки отдать. Короче, не нужен он. А ради спортивного интереса, ну, как бы я и здесь вон пошел, поймал парочку или десяток, как повезет. Так что вот как-то так. Рисковать, переться через Енисей по этому первому тонкому льду, или как там каша станет. Раньше что-то мотались, но как бы там компании по стопочке, под свежую максу на льду порезать, поколоть замороженную, помакать соль с перчиком. А так особой заманухи у меня нет туда ездить. Тут, когда позавчера аэролодка перескакивала через Енисей, там Саня скидывал фотографию, налим уже там, на этих ручьях, он уже пасется, уже рыба катится, он ее там хавает. Скорее всего, в этом году опять, пока Енисей встанет, уже основная масса уйдет налима. Ну, как бы меня это сильно и не беспокоит. Подошел, друзья. Небольшой. Опа! Грязное пузо где-то только с места сорвался. Вот этого четко было видно. Медленно подходил. Я, получается, от него наживку убрал. А потом хряб. И тут-то. Так, свеженький кусочек. Давай, может, еще кто подойдет. Всю камеру водой залила. Монитор. Попробовать включить запись. Не знаю, там какая флешка у меня стоит. О, что-то записывает. Может, подойдет, запишет. Там, по-моему, совсем маленькая флешка. Не знаю, будет она там перезаписывать прошлое или нет. Вроде что-то пишет. Раньше надо было включить. Я думал, нажму кнопочку, когда будет налим подходить, а он тут просто не дает шансов, чтобы дотянуться до кнопочки.
Если вдруг засниму поклевку, то я сделаю отдельное там секундное видео. Потому что совмещать с этого вот формата с другим очень-очень прям тоскливо получается все это дело. Подошел, друзья. Блин, и замутил там возле камеры все. Скорее всего, не заснялась поклевка. Там снизу. Ну что поделаешь. Так вышло. С другой стороны, походу, подплыл. Хвостик пискаря наживем. И маленький кусочек ёршика. Сегодня бутербродами их пичка. Видно было, как подошел, но замутил. Или со стороны камеры, что ли, подходил. Налин подошел, камеру толкнул, блин. Смотри, что толкает ее. Конус давай бери. Вот докопался. Все, сдвинул с места. Смотри, что, а на конус не обратил внимания, нифига. Уже наелся, что ли, блин? А, ой, вижу. Конус свой. Маленько сдвинул, ага. Смотри, не взял. Вот это странность. Налим, друзья, этот клюнул. Все-таки перед этим моментом села батарейка в камере. Он взял, крутанулся и все-таки клюнул. Еще минут 15 посидим, 20 и домой. Может, еще что за это время возьмет. Сейчас наживил ерша половинку. Что-то прям как он этого пискаря обошел, прям неактивно как-то. Больше ему та камера интересна была. Ну все, друзья, будем собираться домой. Продуктивный день на рыбалке. В принципе, неплохой размер налима. Шикарный. Стандарт такой. Ну, вот этот к пятерику ближе. 4,5 это 100%. Ну и вот эти тут по 3,5. Вот этот к 4 тоже крайний. 2,5. Трешки. Красота. Не забывайте, друзья, поставить лайк или дизлайк, подписаться на канал Дзен, оставить комментарий. Этим вы поможете нашему каналу. До встречи, друзья, до встречи на реке, до встречи завтра. С вами, как обычно, был я, Костян, канал Тендиалоги о рыбалке. Черная дыра при свете. Все, едем домой.